Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свои новые весенние покупки из магазина Fix Price. Буквально вчера я снимала новый обзор, новое видео. 1 марта вчера было, и я поехала в Fix Price, приобрела там много красивых товаров. Вот, и в прошлом видео я рассказывала, что я купила контейнер, и дома обнаружила, что этот контейнер без колесиков. Вот. А мне нужен был именно с колесиками под детские игрушки. Поэтому сегодня мне пришлось поехать снова и обменять его. Контейнер я обменяла. Его я показывала в прошлом видео. На это видео я ссылку оставлю обязательно в конце этого обзора. Переходите по ней и посмотрите прошлое видео, если вы его еще не посмотрели. Потому что я там показывала очень много классных товаров. Очень удачная коллекция вышла к 8 марта. Мне она очень понравилась. И что же я купила? Вчера показывала вот такую вот кружечку. Очень она мне понравилась. Такие нежные пастельные тона. Объем этих кружек 420 мл. Вот такая вот в нежном мятном цвете. Мне кажется, такая изысканная. Прям такая розочка внутри. Очень симпатичная кружечка. Это коллекция With Love. Написано, что состав это фарфор. Вот. Я вам рекомендую, присмотритесь очень-очень за 99 рублей. И в подарок, мне кажется, и для себя тоже вот такой вот бокал очень классно будет, например, с подружкой почаевничать. Посмотрите, какая прелесть. Очень мило. Ну, мне прям очень понравились эти кружечки. Я выбрала вот такие вот две. Следующее, что я сегодня увидела, как раз я попала на привоз. Привезли вот такие вот милые ящички. Да, они, конечно, я выбирала. И то выбрала, видите, вот этот немножко как косит. Ну, не суть. Мне для себя, поэтому... Ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего, но очень приятно пахнет древесиной. Обратная сторона, посмотрите, вообще, как бы, ну, сделано так, не очень качественно. Но это все на клею. Вот, но, собственно, мне для декора хочу хранить там свой bullet journal и какие-то ручки, маркеры. Удобно, что с ручечками. Я взяла и пошла со своим блокнотом куда-то заниматься планированием. Ну и для красивых фото тоже он мне подойдет, как нельзя кстати. Также можно его, мне кажется, красиво задекорировать, как-то в прованском стиле было бы. Ну, в общем, вот такой вот подносик. Вот что написано. Декоративный поднос. Товары из коллекции. Размер почему-то не указан. Вот. Но размер примерно формата А4. Вот. Так, убираем кружечки. Поехали дальше. Вчера показывала вот такой красивый набор, который я для себя приобрела. Вот так вот это все дело открывается. И там вот такая красота. Это стикеры липкие на клейкой основе, а это просто бумажки. В прошлом видео я говорила, что я работаю в Faberlic. Я являюсь наставником компании Faberlic и также работаю напрямую с клиентами. Поэтому мне такие бумажки тоже очень хорошо подойдут, чтобы писать заказы для клиентов. Ну и также делать пометки в своем ежедневнике. Кстати, если вы хотите получить скидку от 20% на любую продукцию Faberlic, то внизу под этим видео у меня есть ссылка для регистрации в мою команду. Переходите, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная. Паспортные данные не нужны. Регистрируйтесь и получите скидку на любой свой заказ, ну и также меня в качестве наставника. Вот, буду рада видеть вас в своей команде. В общем, купила я вот такую замечательную штучку, и сегодня я решила купить еще такую же.
только вот в таком дизайне. Там еще были такие с вкусняшками, пироженки какие-то, но я выбрала путешествия. Давайте вместе откроем, посмотрим. Вот, снимаем чехольчик и смотрим. Вот такая красота. В Париже я, к сожалению, ни разу не была. Но, если честно, то не очень хотелось, а потом как бы не очень моглось. Вот, ну, ничего страшного. Главное, красиво. Посмотрите, велосипедик, фонарик, магазинчик. Мне, конечно, больше всего фотоаппарат понравился, как вы понимаете. Вот, в общем, вот такие вот листочки. Красивые. Купила, так что теперь у меня много всяких красивых листочков. Прям красота красивая. Что еще? Показывала вчера тоже вот такие водные раскраски многоразовые. У нас дочка давно подобными пользуется. Только у нас вот такие маленькие, в половину меньше. Я покупала, ей еще, наверное, 2 лет не было. В общем, водичкой ставлю непроливайку, кисточку даю, и она играет. Вот. И сегодня я увидела вот такие. Был привоз в магазине. Вот. Сейчас я вам покажу. Это волшебные единороги. А вот это веселые истории. Давайте я открою и вам покажу, что это такое. Вот такой лист. Как знаете, подставка под горячее, допустим, вот такая клеенка. Вот так нанесен рисунок. Он плохо виден, но когда мы водой начинаем намачивать, в общем, проявляется рисунок. Мы потом ребенок раскрасит, откладываем ее и приступаем к следующей. Вот таким вот образом. И пока вот это вот сохнет, то есть ребенок рисует, это уже высыхает. И вот так можно ребенку давать по кругу. В принципе, когда ваш ребенок только-только познакомится вот с этими водными многоразовыми раскрасками, то надолго можно ребенка занять. Вот, это очень весело. Так что я очень рада, что в Фикспрайсе появились такие замечательные раскраски. Они по 99 рублей, но это намного выгоднее, чем я покупала на том же Майшопе. Вот такие вот, в 2 раза меньше. Ну, в общем, клевые. Я вам рекомендую к покупке. Там были для мальчиков, с роботами тоже. Но я выбрала вот такие. Следующее, что купила, тоже для дочки. Покупала я ей как-то в детском мире фонарик такой маленький детский с проектором. Он ей очень понравился. Она нас все вводит в комнату, мы выключаем свет и на двери, в общем, делаем проекцию. И также она все смотрит на мои умные часы и тоже просит: часы, часы, мама, часы. Вот, в общем, я решила, тем более у дочки скоро день рождения в марте. Ей исполняется уже 3 годика, мы уже совсем большие девочки. Вот, так что как раз от 3 лет, 3+. В общем, я выбрала вот такие. Там еще был цирк, еще что-то. Ну, в общем, я выбрала в лесу. Она знает всех этих животных, очень любит совушек. Ну, так же, как и не я, собственно. Вот, в общем, выбрала вот такие часики. Ну, пусть ребенок поиграется. Собственно, там, по-моему, батарейка в комплекте. Здесь написано, как пользоваться. Вот, в общем, вот такая вот игрушка, 149 рублей. Вот такие умные часики. Так, следующее, что я вам покажу. Вчера я купила 2 вот таких планшета. Посмотрите, какая красота. Я купила русалочку и совушку. Вот, здесь у совушки в комплекте шла ручка с совушкой. Это вот такой планшет. Он отстегивается. Я придумала, что вот сюда можно мягкий виниловый магнит приклеить. Вот, как вот здесь, например, видите? Вот от старого какого-нибудь оторвать, на суперклей приклеить, и будет это все держаться на холодильнике, либо
На двухсторонний скотч лучше, потому что довольно-таки тяжелая конструкция. Это картон крепкий. Вот. Ну, в общем, не суть. Красиво все вот так перевязано ленточкой. Для подарка тоже очень классно. Особенно, например, школьники друг друга поздравить, да, девочки-одноклассницы, подружек. Ну, супер. Единственное, конечно, дороговато. 149 рублей. Ну, в фикс-прайсе сейчас все стало дорого, к сожалению. Я говорю, что без 1000 рублей там вообще нечего делать. И теперь туда ходить только, мне кажется, если как по праздникам. Вот у меня вчера был праздник, весна началась, и я пошла. Душа попросила покупок, я поехала. Вот, в общем, дорогие мои, смотрите, какая красота. Вот что здесь на обложке нарисовано, то и внутри. То есть там русалочки, тут совушки. Вот так. Видите, какие красивые листочки? Но они не все такие. Сначала идут с рисунком, потом идут беленькие, потом идут в точечку, как в bullet journal, а потом в клетку. Немножко в клетку. Вот. Смотрите, какого размера. Вот. И я сегодня докупила еще два варианта, которые мне очень хотелось. Это кот-единорог и лама. Никак мне не передвинуть. 80 отрывных листочков и в ручке синие чернила. Вот такая красота. И кот-единорог тоже. Ну, поскольку я теперь не одна девочка, нас две девочки, поэтому, в общем, все вдвойне. И мне, и моей любимой девочке. Давайте покажу ручку. Приготовила бумажку. Вот, снимаем. Здесь защита. Снимаем. Ручка гелевая. Черная. Ой, как классно. Тоже мне подойдет для Bullet Journal. Идеально. Она тонко пишет. Не надо будет тратить мой линер. Очень круто. Я прям очень довольна покупкой. Прям моя интуиция меня не подвела. И последнее, что я вам покажу сегодня. Это тоже канцелярия. Это вот такой прекрасный набор. Еще там должны были быть такие наборы с фламинго. Наборы розовый блокнот и кактус, фиолетовый блокнот и лама. Но ничего не было, я обнаружила только вот таких последних 4 набора лежали. Я взяла себе вот такой. Почему взяла? Потому что там внутри странички должны быть тоже в точку, как у Bullet Journal. И еще мне понравилась вот эта ручка с кошачьей лапкой. Я думаю, что дочка будет довольна. Она очень любит котиков. Ну, симпатичный тоже. В принципе, тканевая обложка, по-моему. Там рыбки. И я вам предлагаю вместе открыть и посмотреть. Так. Внизу под видео я оставлю ссылочку на мой инстаграм. В инстаграм я выкладываю новые публикации и истории каждый день. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь. У меня сейчас проходит на моей странице крутой розыгрыш. Обалденный, разыгрываю бьюти-бокс. Большой набор косметики. Розыгрыш состоится 8 марта. Только для моих подписчиков. Так что не пропустите розыгрыш. Внизу ссылка под видео. Собака Екатерина Путякова. Переходите, подписывайтесь и обязательно участвуйте. Вот, буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Буду рада нашему общению. Вот, всех поздравляю с наступающим Международным женским днем. Вдруг, если я, мало ли, видео новые не выложу до этого времени, то на всякий случай поздравляю, девочки, с нашим любимым праздником. Посмотрите, как все красиво сделано. Ой, какой он приятный.
Как жаль, что не было розовеньких. Ручечка тоже. Класс, у меня теперь 5 ручек будет вот таких черных. Красота. Ну и вот такой размер. Смотрите, размер. Вот мои ладони. Посмотрите, какая прелесть. Ой, как приятно. Он как будто тканевый, а как будто не тканевый. Ой, и этот... Ой, тоже тут и точки, и клеточки. Класс. И просто. Клеточки, точки и просто бумажки. Прекрасный блокнот. В общем, очень довольна покупкой. Вот такие были у меня весенние покупки. Я думаю, что уже в этом месяце я уже в фикс-прайс не ходок. Все, что хотела, купила. На этом все, мои дорогие. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. На этом все. На моем канале очень много видеообзоров с покупками из фикс-прайс. Я начинала снимать обзоры про фикс-прайс еще когда там все было по 29 рублей. Это было 5 лет назад. Так что пересматривайте. Там тоже очень много красоты. У меня есть отдельный плейлист, который так и называется фикс-прайс. Вот. Ссылочку на этот плейлист я вам тоже оставлю внизу под видео в инфобоксе. И оставлю ссылку в конце этого ролика. Также в конце ролика вы увидите ссылку на первую часть, ну, вернее, на вчерашние мои покупки, мартовские, из фикс-прайса. На этом все, мои дорогие. Я желаю вам прекрасного весеннего настроения, удачных покупок. Всех люблю, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока!